Как думает тревожный человек? Ну, во-первых, он строит прогнозы. Ну, он не строит, они у него строятся. У него в голове возникают всякие разные представления о несчастьях, которые могут случиться. При этом главная проблема состоит в том, что эти несчастья он субъективно переживает как вот реальную катастрофу. То есть вот как бы вот случится это, вот он мне скажет это, вот она так себе делает, и все, хоть помирай. То есть поэтому тревожный человек, которому такие мысли в голову приходят, должен в первую голову понимать, что если это не смертельно, ну скажет, ну сделает, ну случится, ну произойдет, ну как бы, ну будет, может, дискомфортно, но жизнь продолжится. У него за катастрофическим будущим появляется еще одно будущее, которое не так фатально. И сразу же степень этой тревоги начинает снижаться. Поэтому отслеживайте вот эти свои мысли. «Ой, боже, сейчас там случится, я опоздаю на автобус, и все, смерть». Ну, опоздаю на автобус. Ну, как бы, смерть будет? Да не будет смерти. Ну, как бы, еще что-то будет. И вот простраивайте будущее чуть дальше, даже вот за какими-то вашими этими фантазиями. На самом деле вы из тревожных вряд ли на автобус опоздаете, понимаете? Но вот нервы себе испортите, а это жалко.